Центральный защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр интересен Пари Сен-Жермен. 30-летний футболист получает крайне мало игровой практики в текущем сезоне, и летом, вероятно, красные дьяволы охотно расстанутся со своим капитаном. По информации The Sun, подписать Магуайра готов ПСЖ, планирующий усилить линию обороны в летнее трансферное окно. Руководство парижан готово предложить за англичанина порядка 57 миллионов евро. Отмечается также, что аналогичную сумму французский Грант предлагал за центрбека и в январе, но сделка сорвалась. Гарри Магуайр провел 21 матч за Манчестер Юнайтед в нынешнем сезоне. Его трансферная стоимость, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!